Космонавтов, как известно, считают очень суеверными людьми. Они не стартуют по понедельникам, смотрят перед полетом белое солнце пустыни, идут в корабль под песню «Земля в иллюминаторе», но при этом улыбаются, когда их спрашивают про нештатные ситуации. Оказывается, все, что происходит в космосе, становится материалом для подготовки следующих экспедиций. А это уже наука, а не приметы. Наш корреспондент Светлана Карульская собрала самые интересные из многочисленных историй. Все экипажи за время подготовки отрабатывают огромное количество нештаток. Спрогнозировать возможность их возникновения в полете не получится. Система может довольно долго безаварийно работать, а потом наступает то ли предел, то ли усталость, то ли еще что-то. Долгая дорога домой для космонавтов – это не только радостное предвкушение встречи с родными и близкими. Одна за другой для командира корабля «Союз» Олега Новицкого летят радиограммы с Земли. По которым я готовлю корабль «Союз» спуску на землю. И здесь указано все возвращаемое оборудование, которое будет в корабле на момент посадки. Именно старт, стыковка и посадка считаются самыми сложными элементами космического полета. Точно спрогнозировать, как поведет себя техника в условиях жесточайших перегрузок, резкого удара о землю, невозможно. Но алгоритм действий на сотни неожиданных поломок и сбоев, оказывается, есть. Нештатные ситуации бывают двух типов. Расчетные нештатные ситуации и нерасчетные. Они случаются, ну, как снег на голову. Да? И вот расчетные нештатные ситуации, те, которые мы можем предвидеть, к ним мы экипаж готовим. Большинство нештатных ситуаций, которые сегодня считаются расчетными, стали таковыми через опыт предыдущих космических полетов. Например, стыковка со станцией в тени. Первыми это сделали наш земляк, командир корабля Петр Климук и бортинженер Виталий Севастьянов. Баллистики тогда, в 75-м, ошиблись при расчете времени стыковки, и причаливать кораблю «Союз-18» к станции «Салют» пришлось вслепую. В темноте стыковаться довольно очень серьезно. Потому что там стыкуешься по огням, и надо было совместить воедино. Ну, вы можете представить, вокруг трех осей все вращается, и надо сделать так, чтобы все совместилось. Виталий уже сел и говорит: ну давай, Петя. Что получится, то получится. И тут раз, стыковались, и получилось. Без права на ошибку. Так всегда готовят космонавтов. За их полетами следят во всем мире, и поэтому каждая нештатная ситуация оказывается на виду. За время нынешней командировки Олегу Новицкому с коллегами, например, пришлось справляться с утечкой аммиака в американском сегменте МКС, корректировать расписание и рацион питания после аварии грузового корабля «Прогресс», менять вышедшие из строя ретрансляторы. А вот в советское время все, что не по плану, тщательно скрывалось. Радиопереговоров, например, было табу на слово «пожар». Подбирать аналоги пришлось в 78-м еще одному нашему земляку Владимиру Коваленку и Александру Иванченкову. В панели оборудования вычислительного комплекса оказалась некачественная пайка. Станцию заволокло ядовитым дымом. Все сделали нормально, затушили. Ну и потом вышли на сеанс связи. Я доложил спокойно, что во столько-то сработал по 27-й странице Красной книжки. Это и есть пожар. Ну, главный оператор, который был на связи, 3 минуты искал эту 27-ю страницу. Сейчас на случай пожара на МКС у каждого члена экипажа есть современный защитный комплект. Хватает его, ну, в зависимости от степени активности деятельности члена экипажа, до 40 минут. 40 минут – это тот максимум, когда надо принять решение. Либо ликвидировать аварию на месте, либо, если ситуация опасная, успеть отстыковаться. Центр управления полетами, а за МКС следят в Королеве и в Хьюстоне. К слову, нештатные ситуации случались и там. Российские и американские центры управления полетами соединены всеми необходимыми линиями связи. Между ними идет круглосуточный обмен информацией. И каждый, в принципе, может полностью принять управление Международной космической станцией на себя. Хьюстон передавал Королеву эти функции 3 раза. Из-за угрозы терактов после 11 сентября 2001, в 2002, когда через штат Техас проходил ураган Лили, и в 2005, когда ждали ураган Рита. Кстати, тогда Королев в одиночку следил за МКС дольше всего 5 дней. А вот поводов для передачи управления российской стороной в истории еще не было. От того, насколько быстро и правильно космонавты выходят из нештатных ситуаций, часто зависит не только их собственная жизнь. История почти потерянной орбитальной станции «Салют-7» даже стала сценарием фильма о спасении миллионов жизней. Он выйдет в прокат осенью и расскажет о подвиге космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Они первый и единственный экипаж, который состыковался с мертвой станцией и не дал ей упасть на Землю.
Произошел отказ в системе электроснабжения станции из одного маленького датчика, который вырубил подзарядку аккумуляторов от солнечной панели. Все. Ну, еще жару поддали, значит, газеты европейские, которые написали, что эта громадина свалится нам на голову, на Париж. Полет к станции «Салют-7» до сих пор считается с технической точки зрения самым сложным в мировой практике освоения космоса. Но похожие истории, пусть и менее заметные, случаются на орбите каждый день. Потому что покорение Вселенной даже сейчас остается первооткрывательством. Но космонавты делают все, чтобы возвращаться домой, где их ждут родные и близкие, ровно в срок. Светлана Карульская, Светлана Чедарь, «Контуры», Москва.